принципе, обсуждаете с ней, что получилось, что не получилось у тебя, или нет? Нет, или... она потому и супруга, что она так считает, что, в принципе, моя работа тьфу, не бей лежачего. А, вот так вот, да? Конечно. И не надо делать вид, что так ты устал, потому что, ну, она права, потому что у нее тоже, она работает, трое детей все время. Ну, но, правда, у нас есть разница в возрасте, чем я пользуюсь иногда. А как ты пользуешься? Я авторитет говорю, включаешь? Ну, я не авторитета нет уже давно. Нет, да? Я не включаю авторитет, я включаю, я пытаюсь бить на жалость, но тоже не очень получается. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».